Всем привет, дорогие друзья! Да, итак, давайте сегодня узнаем, какие звуки издают животные. И вы мне в этом поможете. Начнем. Итак, давайте начнем. Как вы думаете, какой звук издает дракон? Какой звук издаешь? Вот так вроде. Да-да, вроде так. А я медведь, я тоже рычу. А я мышка-нарушка. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. А я собачка, я просто гавкаю. А я олень, я просто олень. Вроде бы мычу и кричу, не знаю сам. А я зайка, я прыгаю, ногами топаю. И вот мой друг, я его закрыла. Да, я тоже зайка. И я зайчик тоже. Мы делаем так. Морковку грызем. А я свинья. Я делаю. И хрюкаю, и кушаю. А я розовая панда. Я рычу как птички. Вот как-то так, да. Я мышка. Тоже пи-пи-пи-пи-пи-пи. Все. А я даже не знаю, кто я. Вроде бы лягушка, вроде бы бабочка, вроде бы ребенок. Не знаю, какие звуки я издаю разные. Как человек, наверное. Разговариваю. А я бегемот. Я вообще как бы звуки не издаю. Я только купаться люблю. Да. А я ягугошка. Я ягугокаю. А я собачка. Я тоже только гавкать умею. Итак, друзья, мы с вами узнали, какие звуки издают животные. Давайте, дети, вы сами повторите. Мы пройдемся опять по животным, а вы сможете за место них издавать звуки. Давайте начнем. Дракончик. Медвежонок. Цыпленок. Собачонок. Мышонок. Олень. Три братца-акробатца кролика. Зайки. Ребенок какой-то. Бегемот. Ягугошка. Собачка. Итак, дети, вы смогли произнести звуки, которые издают животные? Вы молодцы! Итак, вы были на канале Baby Kid. Ставьте лайки, если вам понравилось. И не забудьте подписаться. Всем пока!